Всем привет! Хотите получить новые крутые промокоды с бонусами, которые только что появились? В этом ролике я нашел для вас самые новые промокоды для старых и новых аккаунтов за сентябрь, а также покажу, как получить крутейшую легендарку Восставшего Рыцаря просто бесплатно. И не забывайте, что максимум бонусов можно будет получить только если создать аккаунт заново по нашей ссылке. Начнем! Внимание! Все бонусы вы сможете получить только в том случае, если зарегистрируетесь в игре на ПК, а после получения подарков можно играть на любом устройстве. Но для начала ссылки для новичков с эпическими чемпионами, которые еще не регистрировались. Откройте описание, там есть три ссылки, которые направят вас на официальный сайт игры. По первой ссылке вы получите эпического героя по имени Громобой и 100 тысяч серебра, чтобы развивать его. Громобой – отличный стартовый чемпион защиты, его главная особенность – воскрешение союзников и высокий урон. По второй ссылке вы получите другого эпика по имени Йотун и 100 тысяч серебра. Йотун – чемпион атаки, хорошо показывающий себя в кампании и ПВЕ режимах. Удары Йотуна разрушают защиту противника и постепенно забирают у него здоровье. По третьей ссылке вы получите эпика Чинору, 300 тысяч серебра и курицу для прокачки этой героини. Чинору чемпион атаки и пригодится во всех режимах. Получить ее на старте – большая удача. Фишка Чинору, она не только атакует врагов, но и ослабляет их. После того, как вы выбрали первого чемпиона, которого получите, переходим по ссылке. Регистрируйтесь, используя компьютер. Это нужно, чтобы все подарки зачислились. Когда Громобой будет добавлен в аккаунт, то можно продолжить игру на телефоне в этом же аккаунте. Чтобы зарегистрироваться, заполняйте все поля регистрации, указывайте никнейм, пароль и электронную почту. После регистрации на компьютер будет скачан лаунчер Plarium Play. Кликаем на него и устанавливаем игру на компьютер. Теперь уже в игре я покажу, куда вводить промокоды. Откройте боковое меню, раздел «Промокоды». Сюда нужно будет ввести код новичка. И если он будет рабочий, то вы должны получить уведомление, что бонусы засчитаны. В правом верхнем углу главного меню есть почта. Именно туда начисляются все подарки. Ну и теперь то, зачем мы пришли сюда – промокоды. И не забывайте, что есть промокоды двух типов. Для новых аккаунтов до 24 часов и для старых аккаунтов, которым больше 72 часов. Коды для новичков могут использовать только новые аккаунты. Промокоды для старых могут использовать все игроки. И начнем, как всегда, с новичков. Кодов много, выбирайте с умом. Первый эксклюзивный код Midgame 2022 дает чемпиона палач, бустер опыта на один день, пополнение энергии и 100 тысяч серебра. Второй эксклюзивный код на эпического чемпиона Lucky Raid дает Чинору 300 тысяч серебра и один корм для прокачки. Я буду использовать именно этот код, чтобы со старта получить два эпических чемпиона и много серебра. Третий эксклюзивный код GSS PC Raid 22 дает редкого чемпиона Игуменья 300 тысяч серебра и 3 курицы для прокачки чемпионов. Далее промокод на ресурсы Midgame SPT дает один день премиума, зелье арканы, 2 банки магического пива, курицу для прокачки и книгу прокачки навыков. Теперь промокоды для всех аккаунтов, но новичкам нужно сперва ввести код для новичков и потом для старичков, чтобы получить больше бонусов. Для следующих промокодов не имеет значения возраст аккаунта, промокоды должны сработать, но как долго они будут работать, никто не знает. Поспешите. Промокод DK Rises дает 500 тысяч серебра, 50 единиц магического пива, 15 зелий арканы двух типов и 15 зелий силы. Второй промокод DK Skeleton Crew дает чемпиона рыцаря, 3 курицы третьего ранга и 2 курицы второго ранга для прокачки, 40 единиц магического пива и 300 тысяч серебра. И это еще не все. Есть еще мега крутой бонус. Если вы решили создать аккаунт в Raid, то через 7 дней активного входа в игру вы получите еще легендарного чемпиона Великий Восставший. Предложение по времени ограничено до 27 октября. А также вы получите целый сет лайфстил бесплатно, который можно экипировать этому чемпиону. В этом ролике я показал очень много бонусов, но как их все соединить, чтобы получить очень много бонусов новичку на аккаунт? Специально для вас я собрал лучший вариант. Смотрите, что можно получить по итогу. Громобой за регистрацию, за промокод для новичков второго эпического героя Чинору и корм для прокачки, через 7 дней активного входа в игру третьего легендарного чемпиона и сет артефактов кража жизни. Плюс к этому вводите промокоды для старичков и получите еще больше бонусов и ресурсы. И самое главное, что вы получите целый 1 200 000 серебра просто бесплатно на прокачку. Это мега старт для каждого новичка, но и старичкам есть что полутать.
На этом все, я показал вам все актуальные промокоды для игры Raid за сентябрь, как их вводить и получить максимум бонусов. Не забывайте, что ссылки в описании, и они работают только с ПК. А дальше играйте на любом устройстве. Вам спасибо, что смотрели, подпишитесь на канал и поставьте лайк. А еще я рекомендую вам посмотреть вот эти два ролика. И всем пока!